Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация, что севернее деревни Горки образовалась несанкционированная свалка строительного мусора. Администрация городского поселения Горки-Ленинский и представители отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района выехали на место свалки. В ходе проверки было установлено, что данная территория является неразграниченной государственной собственностью. Кто завез сюда тонны строительного мусора, неизвестно. Чтобы исключить дальнейшее увеличение свалки, дорогу на пустырь перегородили блоками. Сейчас мусорные завалы выравнивают и засыпают землей. Также ведутся работы в пойме реки Щербинка, которая тоже пострадала от мусора. В настоящее время, как вы видите, производится очистка береговой линии. Вот. В дальнейшем не будет допускаться сюда уже завоз. Сделано администрацией Ленинского муниципального района заявление в полицию в отношении неустановленных лиц, которые произвели завоз и сброс несанкционированного мусора. Место находится вдали от жилой застройки и граничит с Горкинским кладбищем. Из-за этого сигнал о правонарушении поступил достаточно поздно. В течение месяца власти планируют ликвидировать ущерб, нанесенный неустановленными лицами. Данная ситуация находится под контролем как и администрации городского поселения Горки-Ленинский, так и района.